Купальный сезон открыт, люди все чаще выезжают на озера. А насколько хорошо подготовлен к наплыву отдыхающих городской пляж? Это выясняла специальная комиссия. Недостатков оказалось немало. Еще на прошлой неделе состоялось выездное совещание межведомственной комиссии по приемке пляжа. Тогда вопросов к арендатору Татьяне Корниловой было немало. Те замечания, которые высказывались в прошлом году, к сожалению, не были учтены. Ну, либо они сегодня просто не представлены. Это вопросы бесплатных туалетов, которые мы видим только два. Хотя есть решение суда, в котором сказано, что необходимо как минимум 6 туалетов. Второе, я вижу, что здесь не оборудован спасательный пост на данный момент. Ну, я так понимаю, что это, видимо, дело времени, что у нас начнется купальный сезон, это будет оборудовано. Тогда и приемку пляжа нужно вести именно в то время, когда вот это будет все уже оборудовано. На самом деле пляж вот в данный момент, ну, такой промежуточный результат, не окончательный, это не выполнены требования по безопасному нахождению здесь людей. На замечание арендатор пляжа отреагировала излишне, как показалось присутствующим, эмоционально. Уравновешенный ответ звучал бы более убедительно. Где туалет? А ваша ложь, Карпунин, возьмите, вот, прогибаться вот под жизнь 4, не надо. 4 туалета. Вот и покажите вами. Это всему перед городу. Вот хватит травить городской пляж. Это лжец. Ну так, все понятно. Кино закончено. Займемся приемкой пляжа. Кроме того, оказалось, что арендатор пляжа обладает экстрасенсорными способностями и предвидит будущее. Татьяне Корниловой заранее известны результаты предстоящих сентябрьских выборов. Мы исполнили все от и до. Не прогибайтесь под этих людей, они до сентября здесь, их здесь не будет. Думайте. А если серьезно, вот факты. Работающих туалетов в достаточном количестве и, правда, на момент обхода не было. Спасательный пост также не оборудован. Если все это есть, почему бы не показать, тем более дата приемки была известна заранее. То, что туалеты куда-то убраны и будут работать потом, комиссию мало волнует. Приемка есть приемка. Все должно быть так, как положено в течение всего сезона. А как стало известно сегодня, городской пляж условно принят. Осталось кое-что исправить. Стоило ли так скандалить? Тем более проблем с арендаторами пляжа у города и в прошлом году было немало. Неизвестно, насколько у администрации хватит терпения.